Короче, ребят, всем привет. Хочу снять видео, как будут воровать патроны. Думаю, это у военных. Думаю, у меня все получится. Начнем. Так, ну, я взял у себя в сейфе секретное оружие. Русское оружие. Калаш мощный. Сейчас надо будет купить маску. Сейчас надо припарковаться хорошо. Машина хорошая. Водитель тоже. Мусора, блядь, пидорасы, что известно, дали не за счет. Пидор Антон. Так, надо взять маску. Берем маску. Идем. Пидорасы, чтобы они. Чтобы их бандиты нахуй отхуярили. Три дня хуярили. Чтобы они сдохли. Пидор. Ладно, не будем. Ругаться больше, дали. Пидорасы дали за то, что я их подрезал. Сука. Ладно, едем, в общем, к армии. Вот я подъехал. Никого нету. Почему никого нету? А, да, маску надо. Блин, скриншот сделал, ничего страшного. Маск. Все отлично. Сейчас. Наше русское оружие поможет нам в осуществлении нашего плана. Коварного плана. Вот это я прыгаю. Видите, какая у меня беретка? Идем. Берем автомат. Идем. Так. Почему никого нету? Ага, патроны. Вы не можете пользоваться этим складом. Сука, да все, я могу, пидорасы. Почему я не могу использоваться? Сука, Иван. Пидор Антон. Чтобы не сдохли. Блять. Ну, сука. Вы не можете пользоваться этим складом. Ну, сука, Антон, такую серию мне испортили. Дайте хоть кого-нибудь замочу. Сука. Пидоры. Нельзя мне пользоваться. Кому можно? Какая разница? Я обычный человек. Хочу украсть оружие. Потом продать его. Чтобы их убили. Армию все перевели нахуй. Чтобы они сдохли, пидоры. Чуть мусора ебаные же звезды дали. Ну, вот. Так, давайте поедем к ВВС. Может там кто-нибудь есть? Сука, машину поймал. Пидорасы. Обрыв какой-то сделали. Так, подъезжаем, смотрим. Есть кто-нибудь? Да, есть. Сука, где они есть? Ну похуй. Убьет так убьет. Не первый раз убивают. Выживем. Сейчас мы их перебьем. Оп, меня никто не видел. Сюда заходим. Сука, никого нет. Пидарасы. Ладно. Где они? Сука, чё он не стрелял, пидор? Ёбаный. 300 патронов потратил. Пиздец. Ну и в жопу. Что за хуйня? А, вот, все нормально. Пидарасы. Блять, суки ебаные. Нет, пидор. Где эти врачи ебаные? Пинг нормально. Врачи где, сука? Тут врачи. Чё так долго все прогружается? Где врачи? Сука, кто там? Пидорас. А, блядь. Ну ладно, все, моя серия кончается. Я думаю, ее не знаю, выложить или нет. Ладно, выложу, посмотрю, потом, если что, удалю. Серия получилась отвратительная, прямо скажем. Ну ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рад. Скоро будут новые видео. Чуть бомж, сука, стоит.
пидор. Еще одна корочка. Ку. Кукушка, что ли, кукаешь? Ладно, всем пока.